Белавия возобновляет авиасообщение в Шереметьево. С 10 июня самолеты будут летать в Московский международный аэропорт 5 раз в неделю. С 12 числа увеличится число рейсов в Стамбул до 14 раз. А в Батуми с 15 июня самолеты из Минска будут отправляться 2 раза в день. Ознакомиться с расписанием и тарифами можно на официальном сайте авиакомпании. В детских лагерях Беларуси действуют коронавирусные ограничения. Поехать отдыхать могут только те, у кого будет отрицательный тест на COVID-19. Кроме этого, за каждым отрядом закрепят отдельные помещения, а в группы решено выбирать не более 15 человек. Как ожидается, за весь сезон в детских лагерях отдохнут более 340 тысяч детей со всей страны. В Беларуси продолжается акция «Каникулы без дыма и огня». Задача профилактического движения – предупредить возникновение пожаров из-за детской шалости с огнем. Спасатели будут напоминать малышам о правилах безопасного поведения вплоть до 31 августа. Синоптики объявили на сегодня оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны ожидаются грозы, местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит 22-24 выше нуля. В Бобруйске пройдет день трезвости. 10 июня с 0 до 24 часов ограничат продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в Розле. Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма.